2009 года залезу в любимые кроссы. Чем больше я знаю ответов, тем больше всплывает вопросов. Что-то засело глубоко, что-то вообще не вышло. Диман уехал с района, не видно, не слышно. Люди в погонах зачитывают мне законы, а я зачитываю пацанам что-то новое. Район знакомый, 5 минут от центра до дома, мимо заброшенной стройки и футбольного поля. Двигаю на пешке, спортивки в мешке. Любовь к тому, чем я живу, уже была в башке. Не было ничего, но походу нам хватало. Мы возвращались под утро в пределы квартала. Солей, а я на добрых щах закручу бумагу раф, букет добрых трав. Прижму педаль к полу, открою лайт-колу, наберу братану звукорежиссеру. Справа налево, слева до дома, мимо сотни фонарей и холодного бетона. Все хотят жить спокойно, людям нужна стабильность, а меня эта хуйня всегда пугала. Ты правда думаешь, что музыка — это мой бизнес? Я из тех, кто любит торговать ебалом. Мне похуй вообще на кучу вещей, имеющих для вас значимую цену. Обычный парень, когда выгребаю на район, простой пацан, когда выхожу на сцену. Солнце.